Всем привет! Мы группа Scorpio Imperia. Сними визитку. Это мой коллега Борис. Меня зовут Денис. Сейчас весенний рептил апрельский. Мы на него привезли, наверное, самую большую экспозицию скорпионов в России. В СНГ. Да, и, скорее всего, в СНГ. Вот здесь 50 видов представлено. Как тропических, так и пустынных, полупустынных. Есть скорпионы всех цветов, размеров, окрасов и на любой вкус. Почему мы вообще так любим скорпионов? Ну, во-первых, это одни из самых древних членистоногих и первые, которые начали покорять сушу. Еще они очень красиво светятся в ультрафиолетовом излучении. Можно сделать красивую экспозицию дома со скорпионами, как я сделал у себя в кладовке, где можно включить ультрафиолетовые лампы, и все они будут сиять, как на дискотеке. Им это, правда, не очень нравится, поэтому лучше не злоупотреблять. Ну, какие у нас здесь есть интересные виды? Начнем, как обычно, с самых крупных. Вот есть весьма, ну так, скорее опасные, чем нет. Андроктонус гонати, Андроктонус корсикауда. Это одни из самых крупных представителей рода. Это крупные пустынники из Северной Африки. Они очень популярные. Кстати, вот этот скорпион единственный в России, этот подвид из Египта. Они намного крупнее, чем армянские корсикауды, которые находятся здесь. Ну, это даже не подвид, это просто разные популяции. Это популяция из Армении, она намного меньше. Это из Египта, она значительно крупнее. Еще у нас есть новые скорпионы, которых мы только недавно приобрели. Они найдены на границе Сирии и Турции, в городе Мардин. У нас их две цветовые морфы. Это темная морфа, здесь светлая. И вот светлая. Вид этот еще не описан, он внешне немного напоминает Андроктонус корсикауда, но если присмотреться, например, на метасому, они немного другие. Еще у нас есть самые крупные представители семейства бутиды, это Парабутс трансвалипусы. Крупнее мы еще не видели, возможно, только гентели Гетентотус трансвернери. Мы активно пытаемся их развести, вид очень тяжелый в разведении. Но мы каждый день стараемся кого-то развести. Постоянно спариваем скорпионов. И, наверное, все. Это все, что мы делаем. Мы кормим их, спариваем, разводим и приезжаем на выставки. Расскажите вкратце о содержании. Как содержать? Все зависит от вида. Если у вас пустынный вид, то вы просто сажаете его на песок и раз в две недели, раз в неделю, в зависимости от размера, даете ему воду в поилку. Увлажнять субстрат вообще не нужно. И кормить. И я всех скорпионов, ну мы, в принципе, оба, кормим на убой. То есть они вообще не имеют никаких ограничений в еде. Пока скорпион ест, его можно кормить. Нет скорпиона, которого можно там перекормить, он лопнет или ему станет плохо. Пока скорпион ест, его можно кормить. Тропические виды держим на кокосе, постоянно влажном. Есть полупустынные виды, с ними интереснее всего, например, вот есть Парабутус палидус, он из Кении. В Кении бывают как и засухи, так и дождливые периоды, поэтому его надо увлажнять периодически. Я увлажняю субстрат раз в неделю в среднем. Все андроктонусы из Северной Африки, они вообще не требуют увлажнения, как и лиюрусы. Вот мы взяли один вид лиюрусов, макроктенус пазамана. В принципе, этих скорпионов можно поднять с L1 до адульта без воды вообще. Ну, они не очень сильно требуют влагу. Еще, кстати, у нас есть один очень интересный вид – Scorpio palmatus. Этот вид практически не разводится в неволе. То есть его еще ни разу не развели вообще в неволе, и ни разу, по-моему, даже не было ни одного успешного спаривания. И мой коллега Борис, он смог найти к этому виду подход, устроив им сначала зимовку и построив такой террариум, в котором были и влажные камеры, и засушливые участки. И этот скорпион, так как он норный и одновременно пустынный, он постоянно перемещается из сухого места во влажное, и ему еще нужен обогрев. Поэтому довольно сложный террариум, ну, чем похож, наверное, на террариум моего блефара. В котором тоже влажная камера, сухая камера, но это скорпион. Скорпионы обычно так не держат. Для них более спартанские условия. Еще мы взяли впервые на выставку представителей рода Неба. Вот у нас есть Неба из Египта, Ерихонтикус. Другая популяция из Израиля.
И еще из Омана новый очень красивый скорпион Небо Витей. С необычным окрасом. Так что, все, кому было интересно, подписывайтесь на нашу группу. Всем удачи. Разводите скорпионов. Не забывайте про них. Ссылка в описании. Всем удачи. Всем пока.